Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Многое. Привет, Армения. Поднялся. Предоплаты, да, нахватал и это. И конфеты начал хавать за косарь. Нормально. Красиво. Салам, салам. Всем привет. Как делишки, рассказываете? Когда новые треки? Не знаю, сам жду. Вы все услышите, не переживайте. Сами. Такие дела. Спой. Все хорошо, спасибо. Привет. Даже не знаю, что вам рассказать интересного. Сдвигай обязательно. Ничего, все хорошо. В коме салам тоже. Какашулька. Не-не-не, я не такой. Салам. О, Юрчик, салам, братан, как ты? Чё ты? Покажи, говорит, Тифеста. Салам алейкум. Привет. Голос дрожит просто. Так все нормально. Футбол смотрю, ни одного матча еще не пропустил. Один. Че ты, Юрчик, присоединиться не можешь? Это корову. Что-то с интернетом не так, да? Возьмите на лейбл. Не, я вряд ли поправился. Салам, салам. Под Белли трек тоже вышел, послушали. Четкий трек. Очень даже.
Стонил салам тоже. Как начнем плотно работать, уже сообщим вам. Обязательно. Мне 22. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Спасибо. Еснель, здорово, здорово, бро. Дела хорошо. Привет, Казахстан, Казахстан обнял. Так, может этот... С кем-нибудь совместно и замутить что-то эфир, я даже не знаю. Давайте случайно кого-нибудь выбирать будем, подключаться. Сейчас кого-нибудь выберем. Вы там подключайтесь, а я пока выберу кого-нибудь, пообщаемся. Прими эфире. Творчеством занимаюсь лет 5-6, наверное. Привет, привет. Йоу, здорово. Здорово. Как делишки? Здорово, братья. Что-то связь у тебя лагает, да? Как я у вас? Настроение, как дела? Там у вас? Все хорошо, братан. Блин, что-то связь так лагает. Давайте у кого получше интернет. Посмотрим. Сейчас выберем кого-нибудь. Так, надеюсь, у тебя связь нормальная. Ну, футболист, громко сказано. Футболистом я особо не был. Так любительски, можно сказать, занимался. Но футбол люблю. У меня норм. Блин, что-то вот я не могу. Уже ко второму подключаюсь. Что-то плохо ловит. О, здорово. Привет. Что рассказывать? У меня лучше ловит. У тебя вообще идеально, братан. Ну, хорошо. Да, есть такое. Как дела? Ничего, нормально, пойдет. Рассказывай ты, чем занимаешься. Да, сижу пока играю тут. А ты откуда, с какого города? Смоленская область. Смоленск? Да. Блин, этот, Смоленский, так, в Смоленске мы не выступали, по-моему. Ну, а приедете когда-нибудь? Не знаю, честно говоря. В будущем обязательно надо будет заехать. Посмотреть, где не были. Залетим 100%. И что у вас, как? Слушают нас там нормально? Да. Да? Кто слушает в основном? Хачи? Все подряд. Ну все, это хорошо. Я просто вот у Басты спалил прямые эфиры, он ведет тоже с людьми. Это прикольно. Ближе к народу. Все дела. Так что буду теперь на связи со своими слушателями. Когда там у вас новые треки будут? Блин, пока секретов не буду раскрывать. Хорошо, ну, наверное, ладно. Это альбомов 20, наверное, написали уже. Так что, надеюсь, не заставит ждать. Ладно, есть какие-то хорошо. Там нюансы. Так что тебе еще раз салам, братан. На связи. Если что, пиши.
Хорошо. Увидимся, давай, брат. В Смоленск обязательно заскочим, будет время. Этот Заза уехал, сейчас подтянется, наверное. Так, что вы отклоняете эти заявки? Я вам высылаю, а вы этот отклоняете. Так, сейчас еще попробуем. Угу. Так. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас подключим кого-нибудь. Зачитай. Что вам зачитать? Отклонили приглашение второй раз. Я что, плохо выгляжу? Чего вы отклоняете все? Я понять не могу. Единственный раз в жизни захотел пообщаться с кем-нибудь. И все. У вас борода настоящая? Нет? Искусственная? По волоску клеила по одному. Так. Давайте следующий, была не была. Сейчас, если не подключится, все, я обижаюсь и выхожу с прямого эфира. Давай, Евгений, не подведи. Привет, привет. Запросы. Деньги, брат, привет, я раньше... Да, я хоть заскриню. Блин, мне знаешь, как девчонки тебя любят слушать. Я вот реально, когда мы собираемся, дальше заскриню, ё-моё. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Давай, брат. Бля, брат, я рад тебе вообще. Спасибо, просто спасибо, я вас, брат, я уже, спасибо, знаешь, брат. Я вас уже давно слушаю. Вот просто каждый трек у меня на повторе был до миллион раз, наверное. От души очень приятно. Ничего, все хорошо. Ничего, все хорошо. Я на самом деле сейчас в шоке таком сижу. Да, ничего, все нормально. Ничего, все нормально. Я вот, вы же, помню, в Минск хотели приезжать, да? В Минске были, по-моему, пару раз, да. Пару раз даже. Блин. Ну, один раз точно. Ну, один раз точно. Хотел так к вам попасть, но там потом случилось. Ну, сам понимаешь. Ничего, ничего. Ничего, по-любому доеду. Мой друг был в Одессе у вас на концерте. Вы ему еще руку пожали. В Одессе? В Одессе? Да, да, ну, Одесса. Да, он такой, короче, приезжает и говорит: Женя, брат, прикинь, короче, мне Эйнштейн и Мияги руку пожали. Он такой: блин, это классный концерт был. Я такой: блин, почему я с тобой не поехал? Было, он было, говорит, было, было такое, наверное. Он еще говорит, так попал, короче, прям, ну, верит, переднее место. Ты сам говоришь, сам говоришь, да? С Минска, да? Ну да, учись в Минске, так, ну, Бобруйск рядом с Минском, уже слышали. В Минске у вас тоже есть хорошие исполнители, есть кого послушать. А, ну, Корж, к примеру. Корж, Муравей у вас есть, тоже чел. Еще есть этот, Баке, может, слышал, новенький. Нет, ну, нет, надо заценить. Как еще раз? Как еще раз? Бакей. Бакей? Бакей? Да. Нифига. Заценю. Что, он популярный? Он популярный? Ну, он как-то стал, ну, знаешь, просто сначала писал вообще никакой популярности, потом его видосы по 100 тысяч начали набирать, потом еще с Коржом, там, с Хаски, там, познакомился. А, ничего себе. А, ничего себе. Ну, так, надо понимаешь. Надо приценить тогда. Обязательно. Обязательно. Капец, ты там передавай за мату, привет большой. Все, все. Все, все. Окей. Все, все, братан. Все, братан. Давай, давай еще одну фотку. Последнюю, брат, последнюю. Давай, последнюю. Все, давай. Все, давай. Так, следующий. Да блин, что это такое? Хай, с тобой. Блин, честно говоря, этот, я нервничаю больше, чем вы. О, привет. А, Мияги и Эндшпиль, я обожаю вас. Ну, здесь привет. Только Эндшпиль так-то. Ну, ничего страшного, привет. Чего у тебя с щекой? У меня немножко форс-мажор на лице, но это ничего. Это что такое? Я обожгла лицо немножко. Нифига себе. Горячий поцелуй, что ли? Почему тебя так плохо слышно? Почему плохо? Так лучше? Я тебя не слышу, плохо очень слышу.
Почему? Вот так тоже? Если громко говорить. Да, плохо. Блин, даже не знаю. А как ты обожгла лицо? Я была на вашем концерте. Вот. А какой город? Волгоград. Давай. Волгоград? 14 марта. Ага, нифига себе. Блин, вообще очень плохо слышу. Да? Ну давай пошли да. уже. А блин. Сделай какое-нибудь лицо, типа вот так вот. Как я делаю, сделай так же. И вот язычок так. Не, язычок я не буду. Ну сделай, пожалуйста. Да не, это лишнее, ты чё, я... Если я сейчас язычок высуну... Ладно, так пойдёт. Если я язычок высуну, то меня домой не пустят. Ну расскажи, как дела, куда ты пропал? Я уже треки твои жду. Да я все время здесь, это вы пропадаете. Вот я тебя лайкаю, да, тебе пишу в директ. В директ тебе пишу, а ты меня игноришь. Блин, ну, жалко. Вот. Ничего, что в этом... Ну, ты вообще чем проиграл. Занимаешься-то, хоть ты мне расскажи. Я занимаюсь рэпами, пишу треки. Ну все, блин, все пишешь, пишешь, и что-то никак ничего не напишешь. Как не напишу? У нас треков немало, в принципе, так-то. Это я сейчас просто, мы не выпускаемся. Сейчас оценивать твои вокальные способности. У меня вокальные способности ужасные. Все говорят, заткнись и не пой. Ничего страшного, у меня они не лучше. Зато я же пою все равно, не стесняюсь. Ну, блин, ну я стесняюсь тут людей. Да. Это... Ночью отлично. Мы с тобой сгорали. Горами, да. Это вот, я видишь. Знаю, это легко. А что, потяжелее есть что-то? У нас ну, все давай, простенькие да. такие. Не, я даже... Знаю, Хач... весь... Райзап знаю, Хаджиме. Альбом весь. Хаджиме это Амиго. Да, да, тоже хороший альбом. Вот, там заплаканное имя Дента, вот этот все. Да, ну ты же вся заплаканная у меня, несмотря да. на хэппи-энд в голове война. В голове война, да, нас да, делит да. ночь, нас делит ночь. Ночь. Да, 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 есть такое. Ладно, я пойду дальше. Этот, ну давай. Пока щека заживает. Спасибо, спасибо. Все, давай, на связи. До свидания. Давай. Отлично. Хаджиме, говорит. Странная девчонка в плане, ну, этот... Я имею в виду, девчонка-то не странная, а щека странная. Язык, говорит, достань. Думаю про себя. О, Ланчик. Ланчик, Ланчик. Хаджиме. Хаджиме one love. Лан, надеюсь, у тебя нормальная связь. Я сейчас... Как дела? Ничего, как сам. Что делаешь? Я сижу, отхожу. От чего? Тусовка? Блин, да, вчера тусовка была в центре. Блин, вы по... Ну, этот... злоупотребляют с этими тусовками. Берегите себя. Не, братан, мы аккуратно, раз в да. год. А, ну все. Как... Редко, но... Ты в Москве, да, сейчас? Блин, связь что-то тормозит у тебя. Ну да. В Москве, да? Ну да, дома. Понял. А вы что? Ничего, мы тоже надеемся. Раз, раз, раз. Да, 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 да.
площади выйдешь и просто потеряешься среди вот, толпы. Если честно, я, Карл, как хочу вкусить эту атмосферу футбольную. Я прям наслышан. Очень круто. Это у тебя или у меня? Да у меня, мне звонят. Ты закрыл микрофон пальцем? Да не, ну на самом деле у нас вообще еще более-менее неплохо с тобой как бы связь идет, потому что у некоторых вообще... Да-да, я что-то подключиться не мог. И что ты говоришь на Николь? Типа в тиски попадаешь, потому что нельзя выйти куда-то дальше. Ничего себе. Красную площадь перекрыли там, короче, ну типа нельзя зайти в нее. И просто везде народ. Вот я вчера типа в баре был, там аргентинцев в футболках было, наверное, человек 20-30. Ну, типа, из... Ну, братан, как ты хотел? Это, ну, наверное, очень... раз в миллиарды лет такое происходит. Они это все на позиции. Знаешь, ты даже просто идешь по улице, типа, если Рамс видишь, то это только... Так, почему меня не видно? Секунду, я сейчас выйду и зайду заново. Почему он так моросит? Зепчик, скорее всего, блядь. Да? Совсем. А, подожди. Вроде, видимо, моросит. Так я только что вот общался, и у меня в моменте экран черный стал. Деньги, зачитай. Е-бой. Йоу, Дорико Ното, как говорили наши старшие. Здравствуйте, go в эфир. Так, черный, что ты подключаешься? Нет, братан, где ты? У тебя тоже, походу, связь там. Не айс. Ничего у меня не закончились, Кока. Какие гигабайты? У меня здесь жаманаевский интернет. Так, давайте еще раз попробуем. Безопасность превышает все. Мне кажется, что это может плохо закончиться. Нет таких-то. О, сколько лет, сколько зим. Я сейчас сдам. Yes. Это я сюда попал. Как?
Так, не будем мучить людей, потому что связь. Не очень так. Ага. Вроде получилось. Ожидаем. Откуда? В данный момент в Геленджике. А вообще? Вообще, вряд ли ты знаешь о таком городе, как Белореченск. Знаю, как не знаю. Что? Нет, нет, не бываю. Честно нет. говоря, насчет сестер я тоже соврал, но какая разница. Чё это? Ты чё в Геленджике? Тусовки? Да прям, если бы. А чё я работаю. Формула, мы там выступали, мне понравилось. Я была там. Серьёзно? Да. И как, нормально? Там в открытие, по-моему, месяца. Да, было? Открытие, да, недавно. Клуба. Как бы сезонная. Я приезжаю... Ну да, лето, да, на лето чисто. Ну да. Прикольная тема. Я, кстати, тоже как-то, ну, до музыки еще, когда ну, не занимался музыкой, точнее, я хотел тоже на такую сезонную работу. Отдыхаешь заодно, да, типа такое, работаешь, особо работой не назовешь тоже. Ну, короче. Да, согласен. А как концерт вообще понравился? Формуле. Безумно понравился. Вообще, много, да, людей было? Я сейчас не вспомню. 1003, да, точно. Да, я билет не успела купить. Я думала, на входе возьму. Стояла, наверное, ну, около часа в очереди. И ведущий или кто-то там вышел, говорит, типа, все, кто без билетов, извините, но не смогут пройти. Но мои знакомые оказались уже внутри. Меня кое-как пропустили. Я как бы просто поэтому я ушла назад к бару. Может, видел там дальше бар? Да-да-да. Где бар? Ага. Потом вот. И, ну, мне очень понравилось. Вживую это просто настолько... Спасибо, очень приятно. Спасибо. Да. Ну, вот, хорошо. Что надеешься? Говорю, надеюсь, возобновите все свои концерты. Бог, дай Бог, да. Дай Бог. Хорошо, хорошо, приятно познакомиться, да. Увидимся. Да, пока. Пока-пока. Давай. Так, друзья, у меня, короче, опять черный экран, и меня это напрягает. Давайте, короче, попозже тогда этот свяжемся еще. Всех обнял, всех целую. Респект всем, кто с нами делится чудесами и зависает на низах под правильный саунд. Всем пока. Рак, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау.